Друзья, всем привет! Этот урок я посвятил очень интересной теме, называется «Метод прямых замен». И он относится к кейдж-системе, потому что очень тесно с этим связан. И если вы знаете диатонику с точки зрения кейдж-системы, знаете все пять форм минорных, мажорных аккордов с точки зрения кейдж-системы, то вам будет очень просто понять, что здесь сейчас происходит. Значит, метод прямых замен. Он нужен для того, чтобы сильно разнообразить гармонию, то есть ваш аккомпанемент. Но также это влияет очень сильно и на ваше соло, на то, какие вы будете ноты в импровизации выбирать и на основании каких принципов. Вот. И я вам покажу примеры, в течение урока, как это все звучит, вы сразу услышите разницу. Буду показывать на примере простой песни Careless Whisper. Там просто 4 аккорда, но это относится практически, ну, ко всем песням. Все песни так можно обыграть. Плюс-минус на слух всегда проверяйте, как это сочетается с другими вашими заменами. И старайтесь более плавно подбирать замены друг к другу. Тут уже чисто вкусовщина и зависит от вашего слуха, как, насколько сильно он развит, какие ваши предпочтения и так далее. Значит, суть метода заключается в следующем. Значит, у нас есть обычные формы кейдж и обычная гармония. Мы в ре миноре, значит, зрительно загружаем бокс С ре минора. Сюда. Эти ноты нам понадобятся. Из диатоники они все нам понадобятся, будем их использовать. И что у нас получится? Значит, метод прямых замен заключается в том, чтобы к ноте основного аккорда можно к форме кейдж, да, добавлять. Есть еще, кстати, системы типа дроп 2. Она тоже сильно расширяет возможности вашего аккомпанемента и соло. Но кстати, и у меня есть эти уроки по дроп 2. Изучите, если вам интересно. Ну, давайте вот сейчас про метод прямых замен. Значит, к ноте основной формы аккорда за основную будем брать какую-либо форму аккорда из кейдж-системы. Мы добавляем еще какую-нибудь ноту, которую мы берем из ре-минорной диатоники, потому что мы в ре-миноре сейчас по факту находимся. Вот, у нас есть 4 аккорда в гармонии. Ре минор, соль минор. Я их все стараюсь брать в одной позиции. Си бемоль мажор и ля минор. Вот. То есть я стараюсь в одной позиции брать. Это уже лучше, чем прыгать там по всему грифу и так далее. Вот. Ну, и мы берем и начинаем добавлять самую первую, самую простую ноту. Это септима. Седьмая ступень. Седьмую ступень, каждую седьмую ступень мы считаем всегда относительно тонального центра аккорда. Вот тональный центр аккорда, нота ре. Ну или вот. Это все одна и та же нота. И мы считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот это седьмая ступень. Поскольку у нас пальцы заняты, некоторые, да, мы можем перехватить. Если мы хотим сохранить вот этот тон, где у нас мизинец стоял, мы можем перехватить, не брать тонику. Для гармонии это не важно. Собственно говоря, эта форма относится к одной из форм системы дроп 2. Вот, мы можем взять аккорд так с добавленной седьмой ступенью. Можем вернуть нашу форму, тогда это первая ступень, а вот это будет седьмая. Она у нас тоже прозвучит, продублированная. И тоже будет хорошо звучать. Давайте посмотрим теперь сразу же, как это звучит. Обычный аккорд. Замена. Замену. Обычный. Обычный. И обычный. Еще одну замену. Ну и так далее. То есть это уже звучит интереснее, чем вот этот аккорд. Ну, на мой взгляд. Хотя и такие тоже аккорды
вполне себе можно играть, брать, и все нормально. Вот, то есть седьмая ступень. Седьмую ступень мы можем добавить абсолютно ко всем аккордам. Вот. И у нас получится, допустим, вот соль минор. Седьмая ступень находится на одну ноту ниже по звукоряду, в котором вы находитесь, а мы в ре миноре, относительно тонального центра. Вот у нас тональный центр. Вот она, седьмая ступень. У нас получился вот такой аккорд. Он тоже, кстати, входит в форму дроп 2. Мы не стараемся работать с басом, то есть переносить вот сюда седьмую ступень, да, и сохранять вот эти звуки, потому что это неиграбельная тема. Вот. Ну или вот так. Это, кстати, играбельная уже тема. Можно так сделать. Вот. Вот у нас получится септимой в басу. Ну давайте сейчас пока работать с септимой наверху. На самом деле, ну это же не запрещено, вы можете и в басу брать, в любом вообще месте. Зависит уже от вашего предпочтения, вот, от того, как вам нравится. Поэтому вы можете получить здесь очень много разных форм. Идем дальше. Значит, септаккорд. Отлично, все, мы все поняли. Я надеюсь, что вы все поняли. Из соль минора мы сделали соль минорный септаккорд. Вот, следующий аккорд у нас был. Это ля, си бемоль мажор. И здесь тоже, вот он тональный центр. Вот почему их надо знать во всех формах. Спускаемся на ноту ниже. По звукоряду, по ре минорному. Мы в боксе С, напомню. И мы получаем... Я сразу говорю, что здесь не будет диаграмм, не потому что я зануда, хотя, наверное, да, наверное, потому что я зануда. И когда вы смотрите постоянно в диаграмму, вы как бы облегчаете себе сильно жизнь, и мозг не так очень хочет запоминать это все дело наизусть. Мы же здесь мышление разрабатываем. А мышление, оно заключается как раз таки в том, чтобы понять принцип, и относительно этого принципа все, что нужно построить... И запомнить. Так вы запомните лучше. Лучше материал усвоится, поверьте мне. Вот. А если у вас будет постоянно диаграмма перед лицом, вы будете постоянно хотеть в нее посмотреть. И, соответственно, дольше будете запоминать. Вот. Но это не запрещается, ради бога. Если вам комфортно с диаграммами... Напишите мне, я для всех этих аккордов сделаю диаграммы для вас. Вот. Итак, у нас септаккорд для первого. Можно так, можно так, можно вот так. Септаккорд для второго. Вот он. И септаккорд для третьего. Получился большой мажорный септаккорд. Как видите, я его вот... Я думаю, что все видно, как я его прижимаю. Вот. Но можно септиму вот эту вот, это первая ступень, точнее, понизить и вот здесь взять еще септаккорд. Как я уже говорил, если у вас, ну, не хватает пальцев, допустим, вот у вас мажорный, вам нужно здесь септиму взять, вот она, да, то ничего страшного, вы можете пожертвовать некоторыми нотами и сыграть его так. Пожалуйста, вот получается стандартная форма, которая в систему дроп 2 входит. Вот. И последний аккорд у нас здесь. Ищем первую ступень. Она либо мы тонику понижаем, и вот получается вот эта седьмая ступень. Либо мы вот эту ноту понижаем сюда, но переносим сюда, потому что ну, тут уже не вариант взять, да? Вот так это звучит. Вот. Получился септаккорд. Можно сохранять вот эту тонику. Ну, тогда нам нет смысла вот эту дублировать в басу абсолютно, если вы переборчики не играете, какие-то красивые. То для гармонии достаточно пятую, четвертую, третью, вторую струну взять. Это тоже, кстати, форма, которая входит в состав системы дроп 2. Вот. Вот, то есть нам вообще не обязательно вот так брать. Вот так взяли и достаточно. Вот. Можно сократить вообще до... такой ситуации. То есть мы берем тонику, терцию, септиму, ну и тоника дублируется.
Вот. Вот в этой никакие ноты не дублируются в этой форме. Вот, давайте посмотрим, как это звучит. На мой взгляд, это уже сильно интереснее, чем простые аккорды. Вот. Итак, мы разобрались с септимой. В следующем видео мы разберемся со второй ступенью.